Тверской области на расчистку региональных и межмуниципальных дорог вышло 349 единиц техники, 158 комбинированных дорожных машин, 66 автогрейдеров, 76 тракторов с навесным оборудованием и другая техника. При необходимости количество техники может быть увеличено до 500. За минувшие сутки израсходовано 2283 кубических метра песчано-соляной смеси. Мониторинг дорожной обстановки ведется круглосуточно. Дорожные службы Тверской области были переведены на усиленный режим работы накануне снегопада. Дорожные эксплуатационные организации расчищают дороги и посадочные площадки от снега, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Первоочередное внимание уделяется трассам с высокой интенсивностью движения, мостовым сооружениям и местам повышенной аварийности. Горячая телефонная линия Дорфонда принимает сообщения о ситуации на региональных и межмуниципальных дорогах. Номер телефона 34-56-54 и еще мобильный 8-910-649-84-56.